Днем 16 сентября в городе Чебоксары в мусоросборной камере подъезда многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Богдана Хмельницкого, было обнаружено тело новорожденного ребенка женского пола. По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В кратчайшие сроки установлена подозреваемая, ею оказалась 17-летняя девушка, проживающая в указанном жилом доме. Подозреваемая допрошена, свою вину в инкриминируемом деянии она признала. Расследование уголовного дела продолжается.